Здравствуйте, подшубрики. Погода прекрасная. Ну не очень, конечно, я шучу. Продолжать путешествовать по рекам. Видимо, тот прошлогодний коп, который мы были с ребятами, снег сошел, но опять выпал. Прошло 4 дня. Но он меньше в лесах. За мной речка. Уходим по берегу смотреть. Также точно высокие склоны. Ну, такие, как островки, похожие на поселение. Сами поняли уже, что здесь можно найти все, что угодно и где угодно. Но примерно как искать, в принципе-то, ясно. О, птички маленькие летают. Сейчас покажу. Сели на дерево. Что за птички? Это не видно. Не животных. Кто вы? Чуть не пойму я. Трескают ягоды. Вниз головой. Прикольно, как обезьянки. Фокус валится. Короче, идем вот сейчас туда. Дойдем до места, покажу. На лисичку похож, на маленькую. Едем сейчас, объезжаем. Там были буреломы, сейчас нам вон туда надо. Вон туда. Здесь похоже на дорогу. Здесь, да. Ну, я бы вот этот вот лес пробил. Вот сейчас поедем, сейчас заедем, встанем там возле леса и по нему пройдем вниз. Такая вот красота сейчас делается. Белый коп. Да нет, поле сухое. Вроде как. Так вон дорога уходит. Куда это она уходит? Ну, деревья надо какие-то. О, так туда. К елкам. Там красивошно. Блин, ну возвышенница. А ручей у нас где идет? Я чуть не сразу. Ручей прямо вот тут вот залез. Ага. О, лужа, блин. Скрытая. Здесь встать. Вон и вот здесь зайти очень хорошо. Да? В общем, да. Так. Интересно. А за ручей? Вот как раз, да? Ребята, тогда бери, будем смотреть. Ладно, входим в лес. Вот такой вот зимний лес. Очаровательный. Ага. Там, где белое просвечивается, там, я так понимаю, уже река. Это вот современная советская грунтовая дорога. Ну да. Так, что она сюда уходила? А там на карте что есть? Да. Фига себе. А у меня же Топовка. А. Ну, вот ее и видно. Здесь можно советы поискать, кстати. Можно. Но лезли-то мы сюда не за этим. За этим. Вот смотри. Вот сейчас, где мы стоим, вот по сути по краю леса, да, вот идет граница надела. Я вообще выбираться хотела вот этот вот угол посмотреть. Ну давай угол бахнем. Давай вот этот угол бахнем. Сюда вот поставлю, куда он нам покажет. Так я и думал. Ну вот он вот туда и нам и кажет. 400 метров. Ну мы туда, в принципе, и перли. Интересно все пока, но ничего. Ну пока, да, тишина. Да не, ну какие-то жбонечки, шайбочки, ну понятно. Железо-то, да. Только не то немного. Ну тут можно искать, надо наткнуться на что. Но если наткнешься... Вперед! Не успел я камеру выключить, прибор вот так стоял, она его подняла. Ну я говорю, здесь можно советиков поковырять. Там под катушкой, да. Похоже на обратном пути, что ли, этот метров 49 метров 10. Чего? К дороге этой, вот он. Да, она короткая, конечно, меньше 100 метров.
Вот. Ладно, мы пока туда лезем. Ребят, главное, что это не первый сигнал. Короче, ямку прозвонили, опять сигналит. Блин, с фокусом пипец. Я думаю, что последний год эта камера доживает. Но мы ее не будем утилизировать. Мы ее будем для чего-нибудь использовать. Она в пасмурную, вот в такую, ну, в несолнечную погоду, скажем так, или в помещениях разваливает изображение. То есть уже оптика самая, видимо, фигово работает. И тогда у нас, что у нас, стаб заклинил еще, когда мы копали, ходили с Сашкой. Ага, 3 копейки. Какой год? Скажу. Да, про советики. 53. Про советики я прикольно ляпну. Можно покопать. Вот и покопаем. Все? Все. Все. Вот, продолжаем двигаться туда, по направлению к речке, к этому этому. Был, блин. Боком стоял. Где фокус? Сейчас покажу. Сейчас он сфокусируется. Вот он, бам. Видите, лежит? Видите? Это все совет. Николах. Нифига не совет. Николах. Идем совет. Копейка Николаевская. А, ну да, она может. С охраной интересно здесь. Ну, в общем, более, скажу я тебе. Сахаром. Подкисленная, конечно. Ну, понятно, что подкисленная. Ну, год не вижу какой-то. Неизвестно, что здесь, какой-то. Что здесь было. Граница здесь была. Нет, к тому же, что здесь поля могли быть. Ну, да. Сейчас, ребят, попробую сфокусироваться. 1885, это Александр. Александр? Да. Ну, больше ничего нет. Рассыпухи нет? Слушай, ну приятненько. Я здесь, честно говоря, от империи не ожидал. Я здесь больше... Не-не, я, в принципе, подозревал, что она может где-то... Не, ну, блин, она где хочешь может быть. Вот, нет, мы ее на огороде у себя копаем. Здесь рядом граница наделов, а по границам обычно ходили. Я тут тот самый сейчас расскажу историю. Недавно от нехрен делать. Взял терку, сидел в деревне, ну, возле дома. Крыжовник растет в огороде, кусты так стоят. Есть фокус-то? Лазик. Что-то какой-то фиговый фокус. Давай наводись уже. Сейчас что-нибудь натыкаем. А, да. А так. О! Короче, крыжовник, кусты насаженные были. Я нацепил на терку снайперку и ходил туда-сюда. Просто туда-сюда. Хожу. Конина. Анна. Деньга, да, или Полушка, я не помню. Полушка, по-моему. Еще одна Анна. Это прямо возле дома. Николай. То есть нормально так походил. Туда-сюда просто вот. Бродил. Да, по огороду. Вдоль кустов. Так что удивительно, это рядом. Вот. Нам сейчас вот здесь пересечение. Вот это поле, там дорога тракторная идет. А нам дальше. У Люб сигнал пока непонятно, но вроде как имперская пломбочка. Исятина? Да вот букву я понять не могу. Ну это Орел, да. Да? Да, 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 Орел, вот он. Отлично. Прям отлично его видно. Симпатично. А что написано, сейчас попробуем камерой. Я уж извиняюсь за чистые руки. Нормальный копольский монитор. Да. Непонятно. Но зачет. Очень даже. Так, здесь накаты. Газовщики здесь ездят. Там магистраль дальше проходит на гусеничной технике. Так, вот такие цари попадаются. Ну это так, прикол. Да. 49 копеек. Или сколько здесь? 40%, 0,1 литр. Жесть. Ну вот она, другие мои дорогие, река. На горе, собственно, наш чудесный домонгольский хуторок из предыдущих видео. Вот это обратная сторона.
не фокус. Вот. Пока тихо. Он будет здесь по реке ходить. Вот брод звериный. Лось, кабаны здесь ходят. Елки грызут. Вот. Тут мы в низине тогда пробовали ходить. Ничего не нашли, а на горе вот сам, собственно, этот веселушка была. Прекрасно. Река прям манит. Но холодно, как видите. О, какой выворотень. А, елочка-то приличная. Прозвонили. Тишина. Короче, не дал нам этот берег ничего. Ну, в принципе, были мысли, что здесь советская техника поработала. Она и поработала. Вот я куда хотела. Видишь, что здесь? Ну. Что-то показано. Ну, пойдем сходим. Сейчас выходим на поле, идем опять к тому лесу. Так это в той стороне. А. Если идти, то вот. Вот они. Вот граница. Мы по ней прямо шли. Хорошо. Ну, как вы видите, вот мы вышли и идем обратно вот в тот лес. Сейчас. Все. Опять стаб приехал, походу. Какая мучная работа. Ну, сколютину. Руки. И что это? Ну, не монитос, да? Блин, как она задолбала. Эх, а так, и так бывает. А что это такое? Жбонь. Нашли на дорогу на это. Оп. Вот такой прикольный пистолетик игрушечный. Каких годов-то надо будет отмыть, потом посмотреть. Нет. Мне кажется, нет. Какой-то советский. Нет, нет, советский. Такая вот хватит. Да. Это береза, если что. Фига себе. Здорово. Что-то пока больше ничего нет. Здесь-то никто ничего не растерял 300 лет тому назад. Вот, я решил посмотреть, вдруг что-нибудь потеряли. 300 лет тому назад. Пруда только нет. Ага. И с тортилой. Вот еще старая береза. Ну да, сосна. Ель. А, это елка? Это елка. И елка. Рядом. Нет, елка. Елка, елка. Где фокус? Вот. Вот так мы прекрасно проводим время. И вы с нами гуляете по зимнему лесу. Лешку там сейчас лосиную нашел свежую. Только-только ушел. Ты знаешь, мы стоим недалеко от границы. То есть если поставить. О! Грыз! Кто? Лось! Нижними своими. То есть если вот так вот, вот эту сторону. Ну давай пробьем, сейчас посмотрим. Границы. Нижними своими зубьями он грыз. Вот эту вот часть. Ну дерево старое, ладно. Или не ладно. Вот вам и береза. Вот она идет, 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 идет. Раз. Ну что-то есть. И перстачок. Что там есть? Что-то, может, и есть. Попробую. Чего ж так темно? Если там что-то люпо было, к
сожалению, сплыло. Вот царенький. Чё плохо? Ходячка. Ходячка, да? Ага. Чё плохо? 10 рублей. Зимой темнеет быстро. Лисунчик. Угу. Лисунчик забираем на кофе. Кругом веточки. Ой, кору жрут. Здесь лосей много, следов куча. Лёшку уже не одну видел. Сейчас залезем вот на эту гору, здесь посмотрим и пойдем к машине. Быстро очень время летит зимой. Все, ходил сегодня, говорил, хоть бы крестик что ли какой-нибудь дали. Нам не дали. О, вполне себе целый симпатичный крестик. В коллекцию. Отлично. Просто замечательно. Вон наше поле. Такой пятачок. Нашли кучу черных сигналов. И какая-то пуговка. Непонятно. Так, дорогие мои. На этом день закончился. Все, уже стемнело практически. Камера светит здорово. Все находки вы видели. Раскладываться, в принципе, смысла нет. Но мы довольны. Каждому по одной. И колечко, и крестик, и монетки всякие. Советики, не советики. И пломба. И пуговицу, кстати, я сейчас не показывал. Здесь на поле поднял пуговицу, орлянку. Но это до такой степени окисленная и сожранная, что очень сложно даже там что-то либо прочитать. Вот. Все тает. Мы греем коп-мобиль и выдвигаемся в направлении дома. Что дальше, пока сами не знаем. Там видно будет. Спасибо, что ходите с нами по этим чудесным лесам, полям, рекам. Откланиваемся. Всем пока.